Включайся. Ага. Не с первого раза почему-то у меня запустилось это. Так, готов к сессии. Угу. Снимок экрана. Так, подключил. Сейчас я налью чай, он просто кипел. Давай, я пока проверю настройки, потому что опять, наверное, скорее всего, управление сбилось. Да. Ну и, соответственно, в игру зайду. Так, действие ЕС, фонарик. Так, фонарик. Проверить боезапас. Все, больше ничего не нужно. Так, где мы сохранились? Сохранились мы 28, 23. Метро. Сейчас мы Ксюшу дождемся. Сенса мне что-то я либо давно не играл, но какая-то сенса прям вообще громадная. Даже не убирая руку, я могу полностью круг сделать. А, прыгать нельзя, запад. Алло. Все, отлично. Алло. Раз, слышно. Там, приятного аппетита тебе. С печеньками хоть чай? Нет, чай. Все. Там шоколадка и кусочек маленький. С чем-то. Помнишь, на чем остановились-то? В общем, на том, что мы обнаружили вот здесь след ноги. А, это я помню. Да, и чувак куда-то сюда залезал. Вот, соответственно, мы сейчас можем... Ух ты. Открыть. Ну, это манекен же. Ну, со следами кровища. А, ну это так. Это краска, это или варенье. Так. Понимаю, нужно сфоткать. Не-не-не-не-не. Куда? Сейчас, как здесь? Что-то не то. А, понятно. Универмаг Барта? Минутку. 645, Бернсайд. Закрылся 14 лет назад. Почти сразу его заселили бездомные, и теперь это не то место, которое бы ты назвал главным местом для покупок. Возможно, что кукольник будет там. Это хороший источник деталей для манекенов. Но тогда что это за место? Аванпост? Второй магазин? Мне, возможно, следует туда пойти. Да, просто не давай себя убить. Даже полицейские не суются в Бёрнсайд без дела. Это мерзкий район, заполненный мерзкими людьми. И люди там другие, они более отвратительны. Отойдите от платформы. Отойдите от платформы. Со вторника начинается ежедневная работа станции метро. Маршрут 6 на 12-й авеню. Маршрут 9 в Нью-Монтгомери. Маршрут 16 в Бёрнсайд отправляется с 16-й. Монтгомери, что-то такое знакомое. Монтгомери Бернс. Нет, еще какой-то есть Монтгомери. Если потороплюсь, то успею. Мне только Симпсоны вспоминается. А, сейчас. Воу-воу-воу. Смотри, я краб. Как этот. Так, ладно. Ты тут?
Хорошо, что он этого не слышал. Так, вот чувачки. Что говоришь? Меня нормально слышно? Да, тебя сейчас нормально слышно. А что, отвалилось случайно? Ну так, наверное, лучше. Да, так. Тут действительно лучше. Ничего, скайп нам недолго терпеть. Кстати, меня как слышно? Нормально? Нормально. Пипец, блин, чувак. Сама доброта. Я так понимаю, нам теперь со станции нужно уйти, или? Я не знаю, меня это точно спрашивает. Почему? Ты же как раз у меня следишь за сюжетом. Нет, я точно не слежу за сюжетом. Ну, смотри, смотри, это ты, эти, The Last of Us. Чувак. Сука! О! Косые чуваки. Да... Это Логан, смотри. Да, я снимаю. Это Росомаха. Пипец. Похож на рыжего из Пенумбры. А, ты же не играл в Пенумбру. Я же не играл пока что. Так, где здесь пистолет, по-моему, был? Куда-то он упал. Ну, я думаю, их... А, вот он. Ну-ка, что там есть? 5 патронов. Ладно. Из пистолета постреляем. Ты ж думал, напугал? Такие большие шаги делает, а как будто семенит. Молот. Точнее, пол. Чё? Хоррор, ты сказала? Я говорю, Тора. А, ну тогда у Тора была кувалда. Так, где мы тут находимся? Хотя, в принципе, просто иди вперед и не заморачивайся. А, мы круг сделали? Окей. Так, из волонтернатура. Я так понимаю, нам нужно пройти через тот бар. Но что-то я, походу, вентиль пропустил, который его отключает. Сейчас еще кругляшок сделаем. Получше просто по сторонам посмотреть надо будет. А, или просто обратно нужно идти, потому что... В общем, сейчас узнаем. Выломано все. Ну что, тут это красные трубы вот эти напоминают Mirror Edge. Есть немножко, да, когда так выделялись. Когда, потому что они там выделялись, по ним можно было ползать. И вот прям... Так. Может, его можно выломать? Смотри, здесь до сих пор мои трупы лежат. Точнее, не мои, а те, которые я оставил. Так, куда нам? Что-то на тап у меня задача, пока... А, на эскейп. Вернитесь назад на платформу. Окей. Чей-то домик. Два патрона? Да ну нафиг. С кувалдой похожу. Так, а как обратно на платформу вернуться? Так, мы здесь сделали круг, оттуда пришли. Через канализацию, что ли, получается? Я не помню просто, как мы пришли.
давно дело было. Сколько мы в нее не играли? Сколько мы в нее не играли? Недели две, может. Надо было посмотреть, когда последний раз запускал. Ну, у меня там записи остались, можно потом по записи посмотреть, когда последний раз записывал. Потом посмотрю. Ну да, больше недели мы не играли. Я уже немножко по карте забыл, куда идти. А, все, вспомнил. Вот мы вышли на платформу. Подойдите в дверь, чтобы завершить главу. Ари, 6 птиц мы нашли. Ноль из... не дочитала. Железных каких-то штук. Я что-то не помню, какие-то железные штуки. В общем, хоть раз находили, это, скорее всего, мимо них постоянно проходил. Да. Томас, это Фаррелл. Нехорошо убегать от бюро. Ты же знаешь, мы все равно тебя найдем. Послушай, я понимаю. У тебя накопилось слишком много дел. Ты не раскрываешь. Вот в этом моменте мне напомнило Фаренгейт. Да, есть такое, похож немножко. Ненавижу эту игру. Я, кстати, по-моему, ее купил. Кто-то другой убил этих полицейских. Похоже, что это был кукольник. Из твоего пистолета? Звучит маловероятно, не так ли? У нас есть психиатры, которые помогут тебе во всем разобраться. При всем уважении, я не нуждаюсь в лечении. О, господи. Его рожа страшнее, чем рожа того чувака. Страшно. Ты что, испугался? Может, я и в самом деле с ума сошел. Я испугался, потому что у него русская рожа была. О, твои любимые манекены. Слушай, Фаррелл. Это не Фаррелл, это Малькольм Ван Хорн. Твой начальник тебя беспокоит? Да. Как и ожидалось, они не собираются так просто это оставить. Ты должен продолжить свое расследование. Ты понял? Ты понял? Ты не понял? Да, то есть... Ой, что, он там руками двигает? Что тебе мне нужно, Малькольм? Что происходит? Происходит? Тебя ищет ФБР за убийство двух офицеров полиции. Вот что происходит. Тебя испытывают, Томас. В этом ты можешь быть уверен. Мне нужно идти. Я знаю, как ты любишь манекены. Особенно такие вот. Взять руками манекена. По голове. Я хочу вот эту штуку взять. Где мы хоть оказались? Как-то странный телепорт. Хорошо, вопрос. Со станции в какой-то. Магазин. Что там взять, доска? А, выломал. А, скорость блок. Не, лучше доска. Не, кажется, так больше до это. Второго пришествия проходить эту игру. Второго пришествия чего? Не знаю, Иисуса, Аллаха, Будды. Да не. Я думаю, сейчас быстро пройдем. Ну, не сегодня наверняка. Если бы он еще умел бегать, а то на shift нажимаю, он только... А, да, я забыл. Где? Что это за рофл? Лив. Типа вали? Типа вали, да. Ну перелази. Классная смс-ка, я тебе скажу. Давай так переписываться. Давай. Ой, нет, блин, там чел ушел, а сзади был
Дед Мороз! Покажи мне Дед Мороза, быстро. Го-го-го, розенький. Го-го, милашка. Да. Надо было заскринить. Ну давай заскринь. Скринь. Ровно встань только, чуть-чуть ровнее, нет, вот-вот, да. Потом перерисую его покачественней. Покачественней. Хотя нет, мне через 10 минут станет настолько насрать. И лень. Ты видел эту... Фига себе, я даже мышку укусил, что ли? Они отскакивают, прикольно, конечно. Вот тебе. Так, арматура у нас фигня. Я, блин, что, скриншоты не... А, я же забыл, что я кнопку поменял скриншотов. То, блин, жму и, блин, не скриншотится нифига. И так, ну ладно, не захватывай. У меня стандартная. F12, да? Не, F... Не, дай F13. Не, F12 слишком далеко тянуться мне. Я ее на ощупь не нахожу, если честно. Вешалка. Ладно. Вот, я сделал себе на этот... Раньше у меня было на Backspace, но последнее время приходится периодически писать что-нибудь. Вот, естественно, я пока... Нет! А, блядь! Я что-то еще криворог, поэтому... Если нужно что-то удалить, ну, точнее, часто приходится что-то удалять, и, соответственно, кучу скриншотов лишних делаю. Поэтому забил на это дело и поставил... Где он? И поставил скриншоты на кнопку под бэкспейсом, там где этот косая черта. У меня, по крайней мере. То есть, ну, над энтером. Я быстро нахожу ее. Просто еще привыкнуть не могу, поэтому забываю. И походу я много скриншотов. Вот надо было того Логана заскринить. Что-то я. Mm-hmm. Тот еще слоу. Ну, типичный, я же эти. О, птичка. О, если контрольная точка, значит я... Блин. Ага. Фига себе. А, нифига. Нормально. Фига себе. Вот, пидор. Вообще, блин. Ну, а там тоже может стоять. Вот, сюда. Мне тоже кажется, что вот это то... Ага, вон, пидор. Да, он ничего. Сейчас он может... Маска. А, у него шапка новогодняя, смотри, не трогай, вот еще. Это он рисует тех Дед Мороза. Возможно. Фига себе, он так это, беспалевно так взял, просто, ну, ушел куда-то. Даунич, а он стоит. Он у них какие-то, видишь? У них маски. Угу. Только челик из бороды. Эй, ты, иди сюда. Прикольно. Так он вроде улыбается, смотри, видишь, да? А со светом у него в железного человека маска превращается. Я походу попадаю, это, выхожу из радиуса, ну. Ладно, АИ такой, АИ. О! Сейчас мы ему его головку. Ну давай. А, надо перед ним встать. А. Ладно. Ай, блин! Фигась, он меня напугал даже, я вообще про него забыл. Кек, вот так засматривайся. Да вообще.
Я такой думаю, мне почему-то этот нежный Дед Мороз почему-то тебя напомнил. Когда ты улыбаешься так. Ми-ми-ми. Скриншот. Так, мне нужна аптечка. Не пройти, не пройти. То я слишком много по сторонам смотрю и из-за этого по щам получаю. Смотри, какие примерочные. Что лучше, револьвер или обрез? Револьвер, конечно. Не, лучше обрез. Револьвер. Револьвер 3 патрона, а здесь 2. Но с револьвера я еще с первого выстрела. Вроде все не живые, да? Так. Готова принять данные. Изображение получено. Отпечаток правой руки. Не хватает правого указательного пальца. Это совпадает с тем, что мы получили с места преступления. Я обработала все отпечатки, и Томас, отпечатка, который ты снял с магнитофона на станции метро, нет на этой руке. Я не понял, что это значит? Я не тоже. Уверена. Я просто говорю, что отпечаток с магнитофона не был оставлен той же рукой. Так, надо сначала... Так, нет, сейчас. А, как мне переключиться? Все, вспомнил. Так, нужно еще что-то найти. Ты видишь что-нибудь? Ну... А, вот. Вот, стене. Фигаси, он брызнул. Дай мне секунду. Размер капель крови и рассеивающиеся следы указывают на то, что жертве нанесли тяжелый удар. Высота крови на стене указывает на то, что это, возможно, был удар в голову. Я думал, сейчас на меня будут нападать, потому что я же не могу. Ну, в определенной зоне только двигаться могу, и при этом... Выбрать пуху или что-нибудь еще. Возможности нет. Стимулить объект. О, обрез. Так мне не нужен. Элизабет, это ты? Хочется, конечно, у него выстрелить, но... А, кто мне будет дверь открывать? Господи, какие они страшные все. Как они здесь жили, интересно. Ты бы зашла в эту комнату? Ты слышала? Ты не слышала? Нет. Мне кто-то прям в левое ухо сказал, ты мертв. Не, я чуть не слышала. Я уж подумал, но я только хотел выйти, прям ты мертв. Ну, как манекен. Вот я подумал, что манекен. О, следы. Так, сейчас мы только... Аптечку.
Используйте лазер, чтобы идти по следу на полу. Я по следу могу без лазера идти. Здесь больше идти просто некуда. Так, нет, чего? Странный магазин какой-то у меня, 100-500 примерочных. Или это просто разные бутики? Эй-эй! Блин, я бы, конечно, назад бы вернулся, чтобы... За пушкой, но... Нет. Игра и так длинная. Да? Да, лучше давай так быстрее пройдешь. Потому что она очень скучная. Эй, чего? Ты слышала? Кто-то меня позвал. Такой, эй. Не знаю, что слышу, ничего не слышу никогда. Стены. Вешалку взять. А, расследовать. На нижний этаж продолжать поиски. Блин, я их слышу, но блин, так-то атмосферненько. Старый магазин игрушек выглядит весьма жутко. Это как клоуны. Ты любишь клоунов? Почему? Ну, не люблю, потому что... Ну, они страшные там или... Не знаю. Мерзкие. Мерзкие. Согласен. Так, ну, можно как-то вниз попасть. Вот этот чувак по-любому живой. Все, они с таким этим. Как это? Как это называется так? Беспалевностью, что ли? Идут, прячутся за стенку. Обрез, так, обрез у меня здесь закончился. Так, я чувствую, что я иду обратно. Как мне тогда вниз-то попасть? Стенки. Нет. И вроде дверей, которые разбить можно. А, вот, смотри. Ты видел этого Нео? Блин, неужели меня сейчас... А, нет, не забьет пистолетом. Ух ты, нифига он по щам надавал. На тебя тоже по щам. Сейчас я до аптечки дойду, там она вон, видишь, справа.
Что, медленно не может спускаться? Нет. А ты хотела бы? Так, нет, пусть у меня будет кувалда, обрезать не нужен. Блин, они такие быстрые. Воу. Воу. Да откуда у него столько патронов? Все, закончились, походу, да. Ну-ка, пампушка. Да, пустая. Блин, мне, конечно, хочется вернуться за аптечкой обратно. Так, следы. Найдите путь туда. Окей. Выход на улицу, но... Блин, три ступеньки, он так замедляется. Женщины и мужики. Ах, как-то он странно так ударил. Да блин, надо трубу взять, потому что, блин, кувалда, конечно, вещь хорошая, но очень уж долго. Ух ты, блин. Очень долго замахивается. Я тебя убью, чувак, до того, как... Ах, нифига себе, ты видел, как он? Фух. Ты видел, как он одной рукой из ружья стрелял? Так, один патрон, но... Нет. Так.
что не фокусируется. Все понятно. Собираю в трехмерную модель. Отпечаток ноги точно совпадает с отпечатком, найденным в вагоне на станции метро. Возможно, это кукольник. Но я все еще заинтересована отпечатком с магнитофона. Продолжай идти по следу. Он, может быть, приведет к ответам, может, даже к телу. Я пошел бы, если б мог. Но эта часть универмага затоплена. След заканчивается здесь. Это может занять много времени, но используй свой газовый спектрометр. Мертвые тела сразу начинают разлагаться, выделяя сульфид водорода и следы метана. Если тело будет рядом, ты сможешь это учуять. По-моему, образец запах воздуха содержит обычные городские загрязнения и высокое содержание спор плесени. И вот он, метан. Его, конечно, мало, но он, несомненно, присутствует. Фига себе. У меня еще один патрон был. Что за люди, а? Мне кажется, я и без прибора бы увидел бы, наверное, точнее учуял бы запах разлагающегося трупа. Да? Все же? Все же? Заснула? Засыпаешь потихоньку? Да, что-то вырубает так. От души. Ох ты ж. Тогда спать? Давай еще немножко ты пройдешь это говно, что в следующий раз меньше было. Хорошо. Ты, блин. Как от... Ай, пистолет как Far Cry. Где пистолет? Ну вот у тебя был. А, это не пистолет. Простите. Я просто часы... Ой, господи, очки сняла. И моим минус 3 зрением... Похоже, подумала, что ты... Он еще так держит. Такое ощущение, что это пистолет был. Или не Far Cry, не Far Cry. А где же был такой пистолет? Так, похож. Я удаляюсь от трупа. Очень похож. Точно не здесь. Ты в кроватке? Конечно. Так, требуется топор. Блин, ну пипец, это мне нужно в другой конец локации идти, чтобы топор что-нибудь найти. Здесь требуется топор. Ладно, сейчас мы попробуем убить ту женщину. Чуть до него нет.
Блин, надеюсь, он меня не убьет. Фух. Чуть-чуть вперед пройдем, может, здесь аптечка будет. А, мы походу вышли сразу туда, куда нужно. Аптечка, аптечка. Блин. Так, где мы? А, мы вышли в начало локации, что ли, походу? Где мы спрыгнули, да. Так, я вас вижу. Вы плохо прячетесь. Ну-ка, что здесь? Здесь выход. Ладно, пойдем выход. Почти на месте. Обрешите раздевалки. Ксюш, ты видишь это? Ксюша? Что это? Сюда труп затащили, он, видишь, он его привязал к манекену. Поставил и привязал к манекену. Изображение получено. Ну, что у нас здесь? Сцена кукольника, но она не совсем верна. Похоже, у нас здесь труп мужчины и манекен женщины. Точно отличается от нормальной. Ну, не совсем нормальной. Томас, сфотографируй лицо жертвы. Цвет лицевой отметины совпадает со следами краски на всех мужских манекенах предыдущих сцен кукольника. Но это странно. Томас, сфотографируй его правую руку, можешь? Ты видишь? Этот чувак однопальцевый. Беспальцевый, точнее. Да, да, у него отсутствует правый указательный палец. И это не выглядит недавней потерей. Это кукольник. Но он точно не мог убить сам себя и обставить все в таком виде. Посмотри, что еще ты можешь найти. Ха-ха.
Так. Значит, здесь надо искать. Ага, следы. Черт. Никаких следов ДНК. Убийца, наверное, был в перчатках. Но кое-что есть. Что это? Пока рано говорить. Маленькие частицы, которые, вероятно, являются органическими пестицидами. Я продолжу изучение образцов и посмотрю, что получится. Агент Томас, мы знаем, что вы там. Давайте. Я тебя захуярю! Блядь. Чувак, ты еще живой? Или поезд сделал бум? Взять вешалка. Сейчас, по-моему, глава закончится. Черт! Хорошо, они так же долго взбираются по этим лестницам. Так. О, аптечка. Похоже, что я кое-что нашла, Томас. Вырезки из газет, которые ты нашел на станции метро. Каждая статья повествует о серийном убийце, который был в твоем списке дел. Было упомянуто 9 имен, из них 7 было перечеркнуто в каждой статье черным маркером. Не были перечеркнуты лишь кукольник и палач. Все дела с перечеркнутыми именами были закрыты. И теперь можно вычеркнуть кукольника. Подожди, ты считаешь, что кто-то убивает серийных убийц? Он что, убивает убийц, а потом вычеркивает их имена в своем маленьком персональном дневнике? Это звучит нелепо, да? Да, но все сходится. Это почти имеет смысл. Подожди. Агент Томас, выходите! А чё? Роза, я тебе перезвоню. Так, убегите из универмага. Агент Томас, вставайтесь! Ух ты ж, блин. Напугали. Патрон аж целый потратил.